Я король Чала, сын короля Чаки. Я являюсь верховным правителем государства Ваканда, которое впервые за всю его историю готово поделиться со всем миром своими знаниями и богатством. Я заявляю, Ваканда больше не будет таиться в тени. Не может. И не станет. Мы будем примером того, как братья и сестры, соседи по планете, должны относиться друг к другу. Сегодня, более чем когда-либо, наш хрупкий мир находится под угрозой иллюзии раскола. Но правду не скроешь. У нас гораздо больше общего, чем различий. Но в трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы — стены. Мы все должны научиться друг о друге заботиться, как будто мы одно, единое племя. При всем уважении, король Чала, что может предложить миру ваша аграрная страна? Так опять играете там, где не велено? Нет, да. Все, дразните, пристаете? Нет, нет. Так, вот мы играем. Нет. Дайте человеку отдохнуть, не мешайте. Я не буду. Так, бегом, 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 брысь отсюда. Я не буду, это все там. Все, хватит. С добрым утром, сержант Барнс. Баки. Как себя чувствуете? Сносно. Спасибо. Идемте. Вам еще столько нужно усвоить.